Другим темам, не праздничным. Обманули страховые компании на 3 миллиона, целенаправленно подставляя автомобили и возмещая ущерб за них. В Ульяновске пресечена деятельность злоумышленников. Сотрудники уголовного розыска и следователи УМВД России по региону задержали группу из 8 человек, которых подозревают в совершении серии обманов в сфере страхования транспортных средств. Злоумышленники покупали иномарки и отечественные авто, по ночам совершали дорожно-транспортные происшествия с приобретенными машинами. Пакет необходимых для возмещения ущерба документов направляли в страховые компании, а после получения выплат находили станции техобслуживания, где ремонтировали машины с минимальными затратами. Ущерб, причиненный страховым компаниям, превысил 3 миллиона. В результате спланированной операции полицейские при поддержке Росгвардии одновременно задержали всех участников криминальной схемы. Следователи изъяли 7 транспортных средств, которые принимали участие в подстроенных авариях. Следственными органами полиции предъявлено обвинение злоумышленникам в преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 159 прим. 5 Уголовного кодекса Российской Федерации. Троим из фигурантов избрано мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным в виде запрета определенных действий.